100 тысяч подписчиков! Здрасте. Здрасте. Я за тортиком. Вот это просто красота. Да, это новый модный европейский пирожный. И тут мы заказали такой вот обалденный тортик, который видел пока только я. И пока только зрители на видео вначале видели. Интересно. Так, ну давай, открывайте сами. Всем привет. С вами Эдгар, вы на канале Семья Багдасарян. И сейчас я приехал в кондитерскую Банофи, в которой заказали торт на 100 тысяч подписчиков канала моего сына, который называется Мыслягеймица. И сейчас мы зайдем и заберем этот тортик. Смотрим дальше. Кафе Банофи находится на Свердлова, 99, город Уфа. Здрасте. Я по поводу тортика заказывали. Можно будет забрать? Да, конечно, забрать? Сейчас его вынесу. Ага, спасибо. Здрасте. Здрасте. Я за тортиком. Поздравляем. О, вообще супер. Класс. Я тут заказывал торт. Сейчас будем уточнять, из чего это все сделано. Здесь мы сделали шоколадный торт с сырным кремом, с бананами, с нутеллой. Очень вкусный, и думаю, что и вам, и вашей семье очень понравится. Да. Это получается для детей больше, на 100 тысяч подписчиков. Вот как у вас заведение называется? Банофи. Так, адрес это Свердлова, 92. Да, все верно. Кто сейчас смотрит видео, это город Уфа, потому что у нас разные зрители есть. Вот такое вот заведение, очень уютное. А у вас что можно вообще заказывать? Вообще торты, кофейки, десерты, все что угодно. Мы можем что-нибудь придумать и приготовить. Так, сейчас я покажу, что тут есть. А вот это что такое? Это кейк попсы. А, попсы, да, это классная штука. Клево вообще. А вот желтенькая, это что? С банановым вкусом каким-то? А, это, по-моему, ванильный. У нас есть шоколадный, ванильный и красный бархат в продаже. Вот это просто красота. Да, это новые модные европейские пирожные. Вот такие, если честно, первый раз вижу. Вот такие я пробовал в Москве. Вот теперь очень вкусная штука. Да, в Уфе, кстати, это не очень распространенная тема. Это с чаем вот вечером прийти посидеть. Вообще класс. Да. А у вас можно посидеть, да? До скольки вы работаете? Да, мы работаем с 10 до 10 каждый день без выходных. Без выходных? Без выходных. Это без выходных супер. И перерывов. Хорошо. Перерыв. А под заказ как работаете? Там нужно с вами прийти, телефон, обговорить? Можно позвонить, написать. Можно, конечно же, прийти и выбрать по факту. Угу. А доставка у вас есть или у вас? Доставка у нас тоже есть. Угу. По городу, платно. Доставляете до дома, так, да, заказ? Доставляем до точки. Клево, клево. В общем, здесь много чего есть. Можете перекусить. Бармен тоже всегда здесь с 10 до 10. Да, ждем вас. С удовольствием. Без выходных. А из напитков что? Есть вкусный кофе. Есть прекрасный чай, который можно также согреться в нынешнюю холодную зиму. Со вкусами, да, получается чай? Со вкусами, да. Есть китайские какие-то определенные чаи, то есть для любителей китайских чаев. Есть классические обычные литровые чайники, с которыми можно посидеть в хорошей компании. А кофе это зерновой, да, делаете? Зерновой, конечно, 100% арабика. Классно. Вот, также у нас есть все возможные коктейли, которые можно также попробовать. Ну, у вас тут ориентировано на кого? Молодежь или? В основном. Студенты, наверное, я да? Я бы не сказал, что молодежь. То есть в разные сословия разные люди приходят. И парочками приходят молодые люди с девушками. Также приходят уже состоявшиеся какие-то люди лет 40-45. То есть уютная важно. Кафешка. Да, уютная кафешка. Все тихо, спокойно, все здесь происходит. Глинтвейн. Ну да, понятно. Глинтвейн-то это...
Он чуть постарше можно, он да? Он безалкогольный. То есть такая безалкогольный? Ситуация, что у нас, да, безалкогольное кафе абсолютно. Это хорошо. Да, то есть здесь можно именно посидеть и с девушкой, и всей семьей, и с детьми. Все останутся довольны. Все, тогда обязательно придем. Приходите, конечно. Так, вот наш тортик. Так что сейчас я поеду домой. У меня сын будет очень удивлен такому торту. Так что смотрите дальше. Тортик уже дома. Все там ждут. Ждут, не дождутся. Па-бам! Ура! Тортик приехал, Эдвин. Вот это да. Тут надо сказать типа с днем! Рождение! Нет, с днем! Кнопки! С днем канала! А, точно. Да? Давай все вместе, давай туда. Идем. Бери дом. Я беру. Аккуратно, снизу бери. Ну давай я поставлю пока. Ты давай туда вставай. Тихонько официально. Подкрался. Да, тихонько подкрался. Такой вуут. Тортик убери это. На дядю Гору еще. Да, сейчас ждем еще дядя Гора. Моего крутого дядя. Ну что, Миланочка, подготовилась? Праздник сегодня у нас. Какой праздник, Эдвин? 100 тысяч подписчиков. Праздник. У Эдвина праздник, у него 100 тысяч подписчиков. Уже даже 107 подписчиков. 107 тысяч подписчиков. 107 тысяч. Вообще круто. И тут мы заказали такой вот обалденный тортик, который видел пока только я. И да, пока только зрители на видео вначале видели. Интересно. Вау. Интересно. Так, ну давай, открывайте сами. Вау. Это где его заказывал? Фирма такая есть. Банафи. А, Банафи. Да. Вот это да. Очуметь. Я в шоке. Эдвин, тебе кнопку прислали? Если геймс ютуб, ё-моё. Обалдеть, да? Как круто. Руками не трогать. Это серебро? Это серебро, чисто серебро. В Банафи делают торты из чистого золота, серебра. Я просто офигеваю. Только так могу сказать. Смотрите, прям все четко. Мысли, геймс, ютуб. 100 тысяч подписчиков. Это же круто. Ну, папа постарался. Ну, это постарались Банафи, повара. А, эти не повара, а кондитеры. Кондитеры. Да, да, да. Молодцы, кстати. У папы язык заплетается от красоты тортика. Интересно, какой он. Нет, так все понятно еще. Ну, четко, да, сделано? Да. Вообще классно, просто супер. Смотрите, такая кнопочка, прям серебряная кнопка. 100 тысяч подписчиков. Мысля геймится. Ютубчик. Вот так вот надо сфоткать эту красоту. Во. Просто шикарно. Теперь мы переложим тортик. Я думаю, как у всех празднующих, что-то должна быть обязательно свечка. Миланочка, да. Давай свечку поставим. Круто. Все любят загадывать желания. И мы в том числе. Эдвин сказал, что ему достаточно одной свечки. Да. Мы хотели много сделать, но он говорит, такой красивый торт. Неохота портить эту красоту. Ждешь, не дождешься, Миланочка, тортика? Вкусного! А я думала, что он шоколадный, а шоколадный нет. Он там вообще суперский внутри. А я думала, что кого-то бы настоящая кнопка, только торт. Как торт. Мама, зажигалка пошла, она здесь. Да, зажигалка здесь, Олесь, еще.
Золотая серебряная зажигалочка. Боюсь. Огонь для нас не радость. Сейчас тортик задуем, разрежем, а там 100 тысяч подписчиков внутри сидят. А, такие сюрприз! Сюрприз, да, сейчас вылезут подписчики из тортика. 100 тысяч подписчиков. Кстати, я не хочу одежду задувать, это я хочу с Миланой сделать. Ну иди, Миланочка, туда. Она в том числе тоже считается. Конечно, все считают. Все участвуют в игре. Любимая моя свечка, мой любимый цвет. Мой любимый цвет. Одновременно сделаем это все. Ну. Круто так. Это крутяшка. Давай пока зажгу. Да-да-да-да. А давайте вместе, подождите. Да. Не могу. Ты загадываешь? Так. Ну так вот, сядьте, фотографию сделаем. Так, круто. Серёга. Точно? Да. Сейчас. Ну что, какие ощущения, Эдвин? 100 тысяч подписчиков и тортик. И кнопка, да, пришла. Это предварительно тебе кнопка приехала. Сладко только. Мне так нравится то, что здесь все красиво все написали. Просто офигенно. Так, ну все, я загадал желание. Что, все вместе? Я знаю, какое у тебя желание. Какое? 1 000 000 подписчиков. Нет? Нельзя говорить. Да это все равно сбудется, Эдвин. Нет, кстати. Давай сделаем, подожди. Нет, давай это одновременно скажите. 100 тысяч подписчиков. И задувайте. 100 тысяч подписчиков! Клево, да? Да. Ну что, будем кушать или будем только любоваться тортом? Нет, я хочу убрать, пусть это лучше. Давай. Покушать надо. Ну давай свечку будем кушать. Тортик пускай остается. Я бесконечный. Вот только еще прикольно пахнет. Ну. Ванилем. Блин, так. Это что вообще? Я даже не понимаю. Это кнопка настоящая с Ютуба прям. Ну, видишь, прям настоящая. Сейчас мы ее съедим. Серебряная. Серебряная, а да. Почему она крепкая? Ну такая, специально. Из серебра же сделана. Блин, так все написали мысли геймерс, 100 тысяч подписчиков в YouTube. А я съем буковку. Мы постарались. Да, кстати, если кто-то хочет, можете тоже заказывать в этой фирме. Они делают не только торты. Там большое разнообразие всяких выпечек. Под заказ. На дом привозят. Креатив вообще суперский. Я просто сказал, что 100 тысяч подписчиков нам нужно тортик. Да, вот. И прям сильно даже не креативил. Это они сами уже дальше все организовали. Да. Изюль, землю. Спасибо большое за такой классный торт. Просто, да, суперский. То, что хотели, то и получили. В таком мероприятии самое главное – это торт. Давай я тебя сниму, ты разрежешь торт. Так, торт. Да. Я не хочу резать торт. Я не хочу резать торт. Добрый день. Да, поздравляем нашего папу тоже. Да, я же участвовал в этом. Тоже старался, да. Ну что, будем портить эту красоту? Так не хочется это портить, конечно, блин. Да, Эдвин? Да. Вот сидел бы я и смотрел на это. Скоро придет кнопка, целых будете смотреть. Полтора года почти. Ну, в общем, грубо говоря, год старались. Делали все. Работали, да, продвигали канал, чтобы достичь вот этой цели. Цель была поставлена, 100 тысяч подписчиков. Она достигнута нашим общим трудом. Да, Эдвин? Всей семьей. И вот в честь этого вот этот торт, конечно же. У кого еще нет 100 тысяч подписчиков, может быть, вы это не понимаете до конца еще, вот эти переживания. Когда достигает человек результатов каких-то, это очень круто. Ну, следующий результат у нас будет 1 000 000. Да.
У меня рука не поднимается, вот нет! Самое главное, мне неохота вырезать YouTube и серую кнопку. Ну давай, знаешь, как сделаем? YouTube и кнопку пока пускай остаются. Риски ходовые. Да. Я хочу с нулем. С нулем? Вот придется так, да, вот как-то делать? Ножичек пошел. Я не виноват. О, еще так мягко пошел. Это звонит. Смотрите, как я четко сделал. А ты-то думал, что все так сложно. Так, давайте вот так вот, да, наверное, так. О, и Г. Прощайте. Прощайте буквы. Нет, смотри-ка, еще могут остаться. Тортик! Буквы! Блин, так жалко. Ну ладно, что поделать. Так, давайте восстановим вот эти буковки. Мы сделали... Извините, кондитеры, создатели тортика, вы так старались. Зато буквы... А нам всего лишь-то порезать. Так, у меня лопаточка есть. Это лопаточка? Вон, слева. Так. Вот там. А, у нас даже лопаточка есть. Вот у нас даже есть лопаточка. Мам прям что-то приготовила. Это мы. Вот так вот. Давайте, ладно, Мяночка у нас больше всего ждала. Эдвин, короче... Все это организовал, но ждала больше Миланочка. Смотрите, какая красота. Сейчас банан я вижу. Шикарно! Такой специально, да, для детей вкусный да, торт. Да, вообще клево. Сейчас будем угадывать. А рецепт, кстати, мне пообещали написать. Я в описание ролика закину. Что это за рецепт такой? Ну, они все это все не будут раскрывать, конечно. Но хотя бы из чего состоит. Ну, видно, да, тут банан там. Да. Там уже карамель, по-моему, еще есть. Да. Вон там она растеклась. Оп! Так, а я могу... Нет. Пап, знаешь, почему у нас... Выпала это... честь облизнуть, а тебе вот этот кусочек. Пап, знаешь, почему я с этой буквы выбрала? Почему? Потому что здесь моя буква. А, это же буква Миланы. Вот правильно тортик Милане попал. Но у нее буква М. Какая Милана, молодец. Все увидел, да? Эдвин, тебе режем дальше, да? Да, а YouTube не трогай. Нет, давай YouTube ты съешь как раз таки. Давай. Давай тебе сделаем вот так вот. Вот так сделаем, да? Часть YouTube маме дадим, а одну часть тебе вот так. Итак, режем. Извините, простите, создатели тортика. Не, ну он вообще вживую, да, вот вообще такой классный. Пап. Я не виноват. Эдвину самый большой кусманище. Эдвин, да? Кусманище. Вот. Пап, почему ты эти буквы жжет? Да? Это специальные буквы, Милан. Волшебные. Волшебные. Так. С краской. Давай, ты куда будешь Пап, все так медленно делают, потому что все жалко. Еще бы. Так, YouTube достается. Смотрите, какое кусманище! Эдвин, чтоб все съел. Ты столько съел? Наверное! Вот, смотрите, вот так. С моей головой почти. Это сейчас будет в Эдвине. Пахнет, да? Вообще класс. Я уже стою прям в шоке. Запах, конечно, классный. Так. Ты поаккуратнее не можешь. Мне только остается облизываться. Так. Это мы делаем маме, да? Какой мне кусочек? Вот этот, да, кусочек твой? Да, давай. Я пробую. Ей. Можно было не. Ей. А, ей. Да, вот тут написано, видишь, ей. Это имеется в виду маме. Угу. А вон, Оля. Да, можно Оля. Ей-ля. Так, давайте вот этот кусочек маме. Давайте, давайте. Вот так. Это мама. Так. Что, Миланочка, вкусно тебе? Сейчас приедет еще у нас дядя Гор. Он будет очень. Дяде Гору достанется 100 тысяч. А я вот это, наверное, съем. И что тебе? Так. Съеда это. Мысля. Мысля, да, мысля. Значит, я... У меня же канал тоже есть, мысля от Эдгара. Папы умный. Я геймер, Милана милашка. Да. А мама ей. Просто наша ей, мама. Ей. Ну, так. Что-то получилось. Ей.
Ну что, давайте. Это маме есть. Я подержу, мама попробует. Или давай я быстренько попробую. Пробуй, пробуй. Потом, где у нас ложечки, вилочки вот там? Здесь. Так, аккуратненько. Я давай YouTube беру. Съешь один, вот этот YouTube. Оль, давай поближе, он ютубчик да. Сейчас съест. Вот этот вот. Вот, вот бери прям руками. Вот, бери. Ага. Да, покажи вот. Наоборот, вот. Вот. Ютубу! Как печенька. Эдвин. Так, сейчас я, подождите, я зафоткаю. Подожди. Сделаем фотку. Поближе сделай. Не, поближе сделай так. Давай, ешь. Укуси, типа, кусаешь, подожди. Не-не, по чуть-чуть вытащи, чтобы я это, YouTube видно было. Вот так вот. Не, чуть-чуть кусай, во. О! Я откушу. Ну, давай кушай и говори свое мнение. Жвачка. Прикольная? Угу, как жвачка. Так, жвачка? Может быть, я за чаем схожу? О, на что уйти? Так, ну что? О, я испачкался. Так, я буду кушать. Тихо. Что? Вот это да, все зубы красные. Ну-ка. Не красные. А у меня он-то посмотри. Да? Это какой? Это торт магии. Какой торт? Магии. Магический торт. Торт магии. Тут вкус идет такой шоколад и банан перемешанный. Да? Очень прикольно. Простой и понятный торт. И там у нас уже стучаться приехал дядя. Да, я пошла чай наливать. Да, поздравляйте. Я сейчас этот кусочек еще съем. Я просто в офиге. Сейчас чай нальем, и с чаем будет вообще супер. Мне нравится такое. Эдвин у нас не очень любит торты, а тут прям понравился, да, торт. Давай, я буду снимать. Да, конечно, я его весь не съем. Куда ты денешься? Итак, к нам пришел дядя Гор, которого мы все ждали. Он все ехал. Он вообще не уснул. И наконец-то, да, приехал. Мы уже не смогли дождаться и начали кушать торт, да, потому что он очень-очень вкусненький. Офигительно просто на вид. Так вот, дяде Гору мы решили отрезать самое такое интересное на 100 тысяч подписчиков. Большое кусманище. Торт, наверное, будет вот так вот резаться, да? Так. Держи, Кэдвин, чтобы не скользило. Вот это. Ты вот это съешь? За один раз. Съешь? За один присест, как говорится. Давай, давай. Давай тогда мы не будем с этого убирать. Вот. И вот это достается дяде Гору. Подержи. Так, это мы уберем. Вот это. Ай-яй-яй. Так, держи. А, или давай ты этот. Вот этот кусочек в тарелочку. А вот этот большой кусманище дядя Гор будет кушать. Какой? Готов, держи, этот? Да, вот это сюда положи. Во! Сейчас от торта ничего не останется. Ну, просто положи вот так и все. Дядя Гор сам тортом станет. Все, Эдвин, давай, подтягивай дяде Гору, угощай его. На то дядя и Гор. Стой, надо как бы держи. Дядя Гор спустился с гор за большим куском торта. Вот у тебя сейчас 100 тысяч подписчиков, можешь нолики попробовать. Нолики из фиксиков. Так, вот сколько ноликов съешь, столько подписчиков. У тебя прямо на канале, можно посмотреть, сейчас прибавляются. О, видал, Эдвин? На сотню прибавилось сразу. Да, сотню сразу прибавилось. Все. Мам, я хотел сюда. Я нашел! Сюда. Я нашел неизвестное, аномалия! Что там? Здесь нолики, здесь еще один нолик. Нолики не исчезают, да? Да. Ты кушаешь нолики, а они остаются.
И они только прибавляются. Да-да-да, вот давай сделаем 1 000 000 подписчиков. Да не миллион, а миллиарды. Да, можно и 1 000 000 000 сделать подписчиков. О. 1 000 000 подписчиков. Нет, тут больше уже получается. Нет. 1 000 000 это 6 нолей, вот идет. А это 10 000 000 подписчиков. Офигеть, Ивангая переплюнули. Короче, Гор себе организовал 10 лямов подписчиков. Вот еще один можно. 10 и 100 лямов подписчиков. Да, 100 миллионов. Но это уже ты переплюнешь весь YouTube. Это я уже не знаю. Это супер-мега-тема. Это уже Ивангай будет просить рекламу на моем канале. Почему ты такой популярный? У тебя уже 100 миллионов подписчиков. Что, давай один цифру. Мама у нас принесла чай. Теперь будем... Она принадлежит тебе цифру. Пить чай с тортиком. А я тортик не хочу. Цифра 1. Давай, сделай это. Номер 1, Эдвин. Вот это прикольная вещь. Да. В процессе достижения 100 тысяч подписчиков участвовали все, в особенности дядя Гор. Дядя Гор стал популярным. Так, с первыми челленджами. Я тоже здесь считаю, что тоже. Я прям польщен. Столько комплиментов. Но. Я не слышал за всю жизнь. Что, Мелочка? Не люблю бананы. Банан не любишь? Да, я на меня сейчас испачкаю. А, ну да, я бананы покупаю, Мелочка что-то не очень бананы кушает. Ну нормально. А мне наоборот бананы прикалывают. Я хочу съесть букву И. А торт вообще офигительный. На 100 тысяч тянет. Так. А то я только снимать не хочу, я хочу тоже кушать. Тянем. Это вам, зрители. Смотрите, какой вкусный, вкусный, снежный, снежно-шоколадный тортик. У меня тут тоже есть буковки. Надо букву Т попробовать. Можно. Зачем мне надо будет? Т — это то, что надо, да? Наоборот, прикольно. Что ты говоришь, не прикольно вот это? Че? Буква. Прикольная тема? Я не говорю то, что буква не прикольная. Я говорю наоборот, буква прикольная. А, прикольная? А то, что я пробовал... Вот этот YouTube, наоборот, оно как-то не было вкусно. А, ну это же идет это, специальная такая штука тут же. Это же не основа торта. Вот, буква Я. Съем-ка я себя. Прикольно. И буква С. Удивительная тема, да? Нет, ты угощайся, в смысле? Ну, полторта Гор кушает. Половина тарта у меня лежит. Вы уж угощайтесь, да? Ну, ты как наешься этого тарта Гор, сразу подписчики стопудово прибавятся этого. Так уже прибавляйте, вам покажи уже. 150, уже, да, уже 100 миллионов. Тортик такой питательный, да? Ты наедаешься. Половина, придется ведешь, много снимать. Ну. Бананы еще странные, они что, пожарены, что ли? Ну, специально сделаны какие-то бананы. Очень интересно и очень вкусно. Да? Клево. Я уже наелся. Сделаем такой обычай у видеоблогеров. Можно было и пораньше, кстати, это сделать, да, там, с 10 тысяч подписчиков. Как только там 10 тысяч подписчиков, тортик. Каждые 10 тысяч подписчиков, тортик. Вот если вы хотите тоже, этот, вот у кого достижение будет, кто уфимский, 10 тысяч подписчиков, вот обращайтесь. И ссылочки будут в описании, на ВКонтакте будет группа Банафи и также канал. И они уже, можно сказать, специализируются по Ютубу. Я вот, кстати, не нашел, кто делает Ютуб тему, это только первый раз, ну потому что в Уфе не так много. Людей, да, с каналами, Эдвин? Да. 100 тысяч-то. Можно сказать, я такой человек в эфире. Индивид. Оригинальный. Да. Я суперстар. Так, а на 1 000 000 подписчиков мы будем справлять в фитнес-зале. Да-да-да, тортиков накушаемся. Да-да-да-да. Это на чей 1 000 000? На Эдвина.
всей семьей кушаем же торты. Да, да, вот да. Вот всей семьей будем на фитнес. Понял, да. Отплясывать. На беговой дорожке. Я уже не могу есть. Ты мне столько положил, я уже половину торта съел. Я не хочу. Да тут дядя Гор может. А я уже не могу думать, что этот кусочек закончится и больше не останется. Так что быстрее, Эдвин, ешь, дядя Гор сейчас закончит и на твой перейдет. Он уже, видишь, присматривает. Смотри. Так что, я думаю, наши зрители с нами. Пускают слюньки. Обламываются чуть-чуть. Кто за папу? Пускай слюнки. Но. Да, и когда закажете такой торт, напишите ВКонтакте. Да. И скиньте адрес. Напишите, у кого сколько подписчиков, как вы отмечаете, например. Когда у вас какая-то цифра на канале, например. Вот Эдвин отмечает так. Неделю. Сейчас скажут, а что так тихо? Неделю отмечает. Целую неделю уже, да. У меня слов нет. Мы что только не заказывали. И там всякие пиццы, всякую фигню, в общем. Теперь тортик! Да, но это, я думаю, самое главное, это тортик. Сходка, да, скоро будет еще. 11 числа. Разборки скоро будут 11 числа. Я готов обрабатывать удары. Мы бы сейчас включили музыку, но всякие там авторские права и так далее... Сейчас камера выключится, врубим музончик и... Потусим, тусим, тусим. Да, тусим, тусим, тусим. А вчера мы слушали дуду. Да. Сейчас девчонки подъедут. Братуха. Да, на 100 тысяч подписчиков вырос уже, да? С дядей. Потому что было сказано дяде Гором сегодня, Эдвину... Стукнуло 100 тысяч. Я думаю, что сегодня 100 тысяч лет. Мое отдельное поздравление, отдельное от меня, будет для него поездка на природу и готовка шашлыка, и варка супчика. 100 тысяч килограмм мяса и рыбы. Если да. Не 100 лет, значит, вы мы с 100 тысяч лет. 100 тысяч лет, да. Ты этот вампир древний. Древний. Да, спасибо, Эджин, да. Тебе за такой подарок. Ну, сложно. За такую здесь. Кнопку. Да, да. Очень желаю вот если... тебе успехов. Не Эдвин, да, Оль? Как бы мы тортики кушали? Да, если бы не Эдвин, как же я бы поправилась? Да. Тортики Эдвин Эдвин переживает за свою маму. Да, сейчас за меня полторта съест. Ну ничего страшного, у нас вон есть сзади вон спортзал небольшой. А, я думаю, ты про мою кепку. Тренироваться будем сейчас, это покушаем такой... и пойдем музей. Тренироваться. Музей такой, уголок. Да. Я, давай, спорт. Иди, потренируйся, Эдвин. Поел торт. Торт поел, теперь давай, сжигаем жиры. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Да. На 100 тысяч подписчиков. Вот так вот Эдвин кушает, а потом мы его гоняем. Ну все, ладно, идем. Торт дуба. Дуба. Я кошок стал. Ну что, на этом, наверное, закончим. Всем большое спасибо за то, что смотрите все наши каналы. Спасибо большое тем людям, кто сделал нам тортик. Ссылочки будут в описании. Ставим лайки, покупаем тортики, отмечаем праздники. Всем пока! 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 I'm trying to walk inside your shoes. So come with me, come take my hand. Walk with me through hollow glass. I know you're dreaming of clearer skies. You told me with your hollow eyes. Let's kill these lights just to see the stars. Let's take a trip, run away.